О, здесь два гамбургера. Так, ладно. Можем начинать. В этом видео Антуан Гризман будет выбирать эмодзи для своих одноклубников. Это самое простое. Сюда, правильно? Маркиньос. Пике ведет себя как полицейский. Нет, ну серьезно, он постоянно пытается все контролировать. А вот здесь уже сложнее. Когда он играет, постоянно кажется, что он злой. Буси, 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 буси. Потому что он действительно классный парень. Он такой в команде и за ее пределами. Да это же Гризи. Здесь много чего можно выбрать. Возьму, пожалуй, вот это. Так, возьму все вот это. Теперь нужно выбрать одно. Мира, мира, мира. Миролем всегда крутой. Всегда. На французском я называю его танк, потому что он всегда ходит в зал, тягает вес и все в таком духе. Он в натуре здоровяк. Пожалуй, здесь подойдет вот это эмодзи. Король. Потому что он тут еще негодяй. Рики. Рики постоянно в телефоне. И так весь день. Не Тито. Извини, Никита, это все, что тебе светит. Чемпион. На поле и за его пределами. Только уважение. О, Ленгле. Так, вроде правильно вставил. Великолепный спортсмен. Целыми днями зависает в зале. Он выкладывается и много работает, поэтому он в Барселоне. Он заслуживает быть в этом месте. Педри. Когда настанет его время, он будет великолепен. Тринкао. Это его лицо, когда вы с ним говорите. Очень стеснительный. Жорди, Жорди. Пожалуй, вот это. Я называю его мистер Ассист. Даже не знаю, сколько он их сделал. Думаю, что больше сотни за всю карьеру. Были и те пасы, которые я не реализовал. Но он потрясающий футболист. Здесь, пожалуй, вот это. Слишком большой и не влезает. Тогда выберу вот это. Он постоянно показывает этот жест. Я говорил ему, что на днях буду вести трансляцию на Твиче. Так вот, я до сих пор его жду. Фрэнки де Йонг. Мой Фрэнки. Ансу.
Фати — настоящая ракета. Умтити — это музыка, танцы, песни. Хотя нет. Как-то можно достать? Я меняю вот это на вот это. Он хорошо ухаживает за собой. Джуниор, джуниор, джуниор. Выберу вот это. Сейчас только поправлю. Наверное, выберу это. Так, ну что ж, вроде всех заполнили. Вот это. Большое всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Давайте заново. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Видео переведено и озвучено специально для канала Sport.ua. Подписывайся и жми колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики.